Всем привет! В эфире «Универ News», с вами я, Дарья Владимирова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, сегодня в выпуске. В КФУ прошли предварительные выборы в Нижнюю палату парламента Республики Узбекистан. Состоялся очный этап студенческой премии Татарстана «Студент года 2019». Кто стал обладателем Кубка КФУ по мини-футболу среди мужских команд? В Москве продолжает работу выставка «Вуспром-экспо» – крупнейшее научно-образовательное событие России, где ректор КФУ Ильшат Гафуров представил Казанский университет. О том, какие еще события произошли в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре новостей. 11 декабря Казанский федеральный университет посетила делегация представителей Республики Казахстан. В ходе встречи с руководством КФУ обсуждались варианты возможного сотрудничества между двумя вузами – Казанским университетом и Назарбаев университетом. О приоритетных направлениях развития КФУ гостям рассказал проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. На сегодняшний день Казанский университет успешно взаимодействует с 22 научно-образовательными центрами и одной компанией Казахстана. Также в вузе сейчас обучается 697 граждан Казахстана. Делегация из Казахстана, в свою очередь, рассказала о деятельности своих подразделений и возможных вариантах сотрудничества с Назарбаев университетом. 12 декабря состоялся визит в КФУ совместной делегации Восточно-Казахстанского государственного университета имени Аманжолова и Восточно-Казахстанского областного суда. В Голубом зале состоялось совещание по вопросам организации предоставления оригинала книги Абая Кунанбаева «Свод правил», которая в настоящий момент хранится в отделе древних рукописей КФУ. Визит продолжился встречей с руководством Высшей школы государственного и муниципального управления, где были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере обучения госслужащих. Ильшат Гафуров принял участие в общем собрании Российской академии образования. В рамках мероприятия ректор КФУ провел рабочую встречу с вице-президентом РАО Николаем Малафеевым и академиком РАО Ольгой Кукушкиной по вопросам сотрудничества в области коррекционной и специальной педагогики. Результатом встречи стало достижение договоренности о научном и методическом сопровождении научного и образовательного процесса КФУ и деятельности детского сада для детей с аутическими расстройствами, который будет создан в структуре университета в 2020 году. А мы продолжаем. Студенты Казанского федерального университета приняли участие в предварительных выборах в Нижнюю палату парламента Республики Узбекистан. Подробности смотрите в следующем сюжете. Во втором здании Казанского федерального университета прошли предварительные выборы в Нижнюю палату парламента Республики Узбекистан. Студенты из Узбекистана, которые временно или постоянно проживают в Казани, смогли досрочно проголосовать за состав парламента. В таком масштабе это первый раз. Во-первых, у нас и студентов много из Узбекистана. В этом году вот в выборах участвует 1220 студентов. Это, в общем, большое количество студентов, самое большое количество граждан Узбекистана, которые в одном месте сосредоточены. Наибольшее количество студентов из Узбекистана было заявлено от Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Хочу поздравить землячество Узбекистана тем, что сегодня у них день выборов. И хочу отметить, что в составе Института управления экономики и финансов самое большое количество ребят из Узбекистана – это 453 человека, которые должны принять участие в выборах. В течение дня они подойдут. Я думаю, что около 100 человек уже подошли, потому что идут занятия, конец года, они очень ответственные. Когда пары закончатся, они все подойдут и поддержат своих соотечественников, поддержат политику своего правительства. Для участия в досрочном голосовании студентам достаточно было взять с собой паспорт, получить избирательный бюллетень и проголосовать. Всего в Казанском федеральном университете учатся 1220 студентов из Узбекистана, но заявлено были 1202 студента. Я очень большой патриот. Я с самого первого курса, когда поступал, выбирал себе университет, я был уверен в том, что я вернусь, получу высшее образование, достойное образование, вернусь и буду в рядах тех людей, которые стараются принести что-то новое, что-то развить в стране. И когда мне сказали, что я буду иметь возможность проголосовать, принять участие в этом процессе, находясь здесь, прямо в университете, где я учусь, не отрываясь от пар от обучения, это для меня стало неким таким счастьем. Студенты, которые не смогли участвовать в предварительных выборах, могут до 18 декабря 2019 года проголосовать в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в Казани. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз.
Специалисты приемной комиссии Елабужского института Казанского федерального университета ознакомили школьников района с программой поступления. Об этом в сюжете нашего корреспондента. Специалисты приемной комиссии Елабужского института КФУ продолжают посещать общеобразовательные учреждения района с целью ознакомить будущих выпускников с важнейшими нюансами приемной кампании 2020 года. На данных встречах школьники узнают о правилах и сроках приема документов в вузы, а также о том, как правильно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. Дети на самом деле на сегодняшний день уже очень подготовлены, практически все определились с направлением, по которому они дальше будут двигаться, но некоторые моменты для них действительно были новыми. Какие-то фишки, подводные камни по сдаче ЕГЭ мы освещаем им, они воспринимают очень активно, они активно участвуют в разговорах, отвечают на наши вопросы. Помимо школ Елабужского района, специалисты приемной комиссии посетят школы в Мамадышском, Менделеевском и других районах. Лилия Баталова, Айдар Нурмиев, Сирена Иванова, Универньюз. 12 декабря состоялся один из очных этапов ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года 2019». Об этом в сюжете нашего корреспондента. В творческом пространстве Маяковский прошел один из очных этапов ежегодной республиканской премии «Студент года 2019». Собрались все общежития и институты Республики Татарстан, которые лидировали на заочном этапе. Сегодня они презентовали себя среди других вузов в номинациях «Орган студенческого самоуправления года», «Студенческий совет общежития года», «Староста года». Сегодня проходит очный этап конкурса «Студент года Республики Татарстан», и мы представляем наше общежитие в номинации «Лучший студенческий совет». В прошлом году мы стали лауреатами, но в этом году мы хотим победить и показать наши результаты за прошлый год и за этот. Я буду представлять Ассоциацию национальных студентов от лица студенческого совета. Ну, вообще, проявить себя, наш студенческий актив у нас очень большой, но как бы только маленькая часть его здесь, и мы хотим показать его в наилучшем свете, показать, как мы работаем, какие мероприятия реализуем и что мы хотим внести для республики. Лилия Баталова, Ленар Давлетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете определился новый обладатель Кубка КФУ по мини-футболу среди мужских команд. Кто это, узнаете в следующем сюжете. 11 декабря в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел финальный матч Кубка КФУ по мини-футболу среди мужских команд, приуроченный к 215-летию со дня основания Казанского университета. В финале встретились команды Института управления экономики и финансов и Набережной Челнинского института. Матч начался с церемонии открытия, в рамках которой болельщиков и команды поприветствовала своим номером сборная команды КФУ по фитнес-аэробике. После этого были представлены команды, а также выставлен на обозрение главный трофей турнира. По итогу игры он достался команде из Набережных Челнов. Гости сыграли со счетом 4-2. К сожалению, у нас некоторые игроки почувствовали, что они мировые звезды, и это привело нас чуть-чуть к напряженной ситуации в концовке матча. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Была очень напряженная игра, которая держала до последней секунды нас в напряжении. Мы повели со счетом 3-0. Чуть-чуть расслабились, к сожалению, и довели до нервотрепки в конце, но хорошо, что мы победили и забрали этот кубок себе. По итогам турнира были выделены следующие игроки. Лучшим вратарем Кубка КФУ 2019 года по мини-футболу был признан Фими Панкраздо Субанавантюр из Института математики и механики имени Лобачевского. Лучшим бомбардиром Леонид Паренюк из Высшей школы ИТИС. Лучшим защитником Раиль Юсупов из Набережной Челнинского института. А лучшим игроком Рамиль Загиров, студент Института управления экономики и финансов КФУ. Этого всего не было без моей команды, без друзей, без семьи, которая всегда со мной на протяжении всего моего футбольного пути. Но самое главное, что победила команда, и этот кубок едет в Челны. Камиль Гемоздинов, Универньюз. С моими пацанами зацепи своих подруг, поиграем в стритбол. Я с моими пацанами зацепи своих подруг, поиграем в стритбол. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!